40 внутриквартальных проездов уже отремонтировано по муниципальной программе этим летом. На нескольких площадках с незапланированной проверкой побывал глава города. Оказалось, на отремонтированных территориях есть много недостатков. За ходом ремонта внутриквартальных проездов городские власти следят тщательно. Выполненные работы оценил глава города. На сегодня из 78 объектов работы выполнены на 40. Во дворе дома номер 37 по проспекту Морскому уже положен асфальт и восстановлен бордюрный камень. Вот сделали. Но плохая сильно была? Ямы были. Ну, единственное, водители начали... Опять плохо? Нет, быстро ездить, да. Дети выходят... Иногда так страшненько. Во дворе дома 18 по улице Чехова дорожные работы должны быть в самом разгаре. Техника на месте, но асфальт так и не подвезли. Вопрос главе города пришлось решать на месте. Благоустройство этого двора мэр оценил неудовлетворительно. А вот у 12-го дома по Приморскому бульвару на Яграх рабочие даже забыли поставить ограждение у места ремонта труб. Хотя восстановить газон должны были еще несколько дней назад. Я вот уже вам говорил, а вы выставляете им претензии? Вот. Значит, пишите, чтобы вы их штрафовали. В конечном итоге в суд обращайтесь. Ну, сроки тоже есть. После какие сроки? Ордеров, закрытие ордеров. Ну, а ограждение-то они должны были установить? Или мы будем сходить с вами устанавливать ограждение? В этом же дворе мэр обратил внимание на содержание придомовой территории. Ямы в асфальте, брошенные машины и некошенная трава. Устранить недостатки управляющая компания должна в самом